Утром рано Вовочка приходит в школу. Ну, сейчас заходит вместе с детьми в класс. Марья Ивановна сажает всех по своим местам. И сейчас говорит: дети, сегодня у нас будет урок русского языка. Я вам скажу букву, а вы мне придумайте слово на эту букву. Вы меня поняли? Ну, сейчас все дети, да, Марья Ивановна, поняли. Так, буква Е. Сейчас буква Е. Раз Вовочка тянет руку, тянет. Марья Ивановна, нужно ответить. Она знает, сейчас будет какой-то мат. Она говорит: Машенька, встань, а ну ответь. Ну, Машенька становится. Ёлка, Марья Ивановна. Молодец. Правильно, Машенька. Садись. Сейчас, дети, на букву Х. А у Вовочка опять тянет руку. Марья Ивановна уже... Она говорит: говорит, на эту букву уже 100% есть мат. Опять внимание не обращает. Вася, а ну, говорит, встань. Вася становится. Хомут. Молодец, Васенька. Супер. Садись. Сейчас на букву, думает учительница. На букву Р. Сейчас все на букву Р думают, дети думают. Раз опять Вовочка тянет, опять тянет. И концы. Марья Ивановна. Ну, говорит, ладно, на эту букву 100% не будет. Ну, сейчас ни мата, ничего. Ну, давай, вставай, Вовочка, отвечай. Ну, говори слово. Да распиздеи, блядь, вы все. Пока ваши елочки, хомутики, я чуть не обосрался.